Привет, мои любимые зрители! С вами, как обычно, я, Ниагара. И добро пожаловать на прохождение игры Among the Sleep. Давно-давно у меня просили эту игру. Я все как-то отнекивалась, и вот настало время, да. Настало время ее пройти. Это хоррор, детский ужастик от первого лица, если можно его так назвать. Я тут немножко смотрела геймплей, как вообще в это играть. Звук настраивала. Мы с вами, конечно же, начнем новую историю. И игра озвучена на русский, но субтитры на английском языке. Как-то так получилось. В общем-то, управление здесь простое. Да? Клавиша ходьбы, Ctrl это встать, присесть, в общем, пробел залезть, ну и мышкой действовать, открывать, тут все можно двигать. Начало такое вообще психоделика, я сначала думала, что же это такое. На самом деле мы весь мир будем видеть глазами двухлетнего ребенка. Она смотрит в стакан. Привет, сладенькая, ты уже допила? Осторожнее, она может разбиться. Это займет всего минутку. Мамочка только проверит, что с тортом все в порядке. Давай, мамочка, проверь, я пока поиграю. Мячик выбросим отсюда. Что он делает на столе? Ну, вот так вот мы можем пока поиграть. Мамочка там Давай посмотрим. готовит тортик. Так, так, так. Прекрасно. Кухонка такая миленькая у них. О, ты посмотри на себя. Ты очаровательна в своей пижаме. Так, да, С две днем свечки. рождения, сладкая. 2 годика. Девочки. Сегодня тебе 2 года. Ой. Кажется, я знаю малышку, которая хочет тортик. Давай. Чих-чих-чих-чих. Чих-чих. Смотри, он въезжает в туннель. Чих-чих-чих. Кто-то пришел. Я скоро вернусь. Давай. Прохождение будет слепую полностью. Я не проходила эту игру и прохождение не видела. Что ты здесь делаешь? Я думаю, разберусь. Видимо, девочка ощущает страх. Кстати, мы не знаем ее имени. Мама не зовет ее по имени. Мы можем его придумать сами. Можете мне любое предложить. Милая. Смотри, что я нашла. Что же это может быть? Ну что там? Пойдем наверх и посмотрим. Ну, пошли. О, ух ты! Много же ты съела! Какое лицо у мамы. Что значит много съела? Она мне дала 2 ложки, по-моему. Несет она ее очень странно. А, вот. Так удобнее, да? Большой дом. Тьма такая наступает. Прикольно. Я не знаю, будет ли реально страшно в этой игре. Но думаю, что после прохождения Outlast мне уже ничего не страшно. Я помню, даже там где-то сказала в конце, когда я его прошла, что все. Больше ни одну игру я не испугаюсь. 2 этажа в доме, как мы поняли, да? И вот она, детская. Вот мы и пришли. Давай посмотрим, что внутри. Может, это новая игрушка? Ну-ка. Мишка.
Так, сладкая, будь паинькой и поиграй немного сама. Мамочка скоро вернется. Мамочке кто-то позвонил. Давай. Закрыла дверь. Ну и, собственно, начинается геймплей. Так. Левую кнопку мыши нажмите. Ну да, это я уже все, как сказать, исследовала, пока сидела за столом, что тут можно предметы брать, отпускать. Да блин, уйди. Мячик, уйди. Ну, такой небольшой туториал по тому, чтобы научиться тут брать предметы, ползать, лазить. Так, ну, естественно, мы из этого манежа выбираемся. Очень глупо двухлетнему ребенку ставить здесь такие ступеньки, если ты хочешь, чтобы он не выбрался, да? Пока тебя нет. А, так, шифтом можно бегать. Ага. Я надеюсь, что мне это не будет пригождаться слишком часто. Можно толкать предметы, бросать. О, Мишка похохатывает здесь. Здрасте. Эй, ты нашла меня. Меня зовут Тедди. Приятно познакомиться. Эй. А как тебя зовут? Она, наверное, не знает. Все еще не разговорчивая? Но. Давай поиграем. Давай. Видимо, имени мы так и не узнаем. Ты отвернешься, а я спрячу розового слона. А, розового слона. Иди сюда. Слона. Отвернись и закрой глаза. Ага, эскейпом мы как бы закрываем глаза. Вот так. Вот, можешь искать. Так, он где-то сныкал розового слона. Так вот он. Что ж ты его так плохо спрятал-то? Вот он. Хе, ты нашла его. Да. Все? На этом у нас игры закончились? Вау! Музыкальная шкатулка. А она работает? Музыкальная шкатулочка. А, да, вижу. Ну, давай проверим. Да? По-моему, с ней какая все в порядке. Какая приятная мелодия. Радио няня сейчас стоит на столе. Ну, возле... кроватки, да? Такая шкатулочка, завел ее, все. Давай еще во что-нибудь поиграем. Ох, пошел. Прямо на подушку. Ты куда? Что это? Сказка, кажется. На засушливом холме стоят 5 зверушек, страдающих от жажды. Как же хочется пить, пропели они и начали копать. Если не найдем мы воду в этом колодце, распрощаемся друг с другом навсегда. Ну. Спасибо, что почитал. Вот такой вот размеренный пока что геймплей. Железная дорога. Не может быть. Он работает? Как его запустить? Так, как запустить? На кнопочку, очевидно, нажать. Круг за кругом, круг за кругом. А, я у нас там кубик. Ну-ка. Эй, посади меня к себе на спину. Я тебе кое-что покажу. Так, посади на спину. Нам нужно какое-нибудь темное место. Ну, темное место здесь. Твой шкаф. Да, здесь все освещено. Темное место это только мой шкаф. Ну, здесь наверху как
коробочка. Ничего такого больше интересного нет. На лошадке покататься нельзя, я пробовала. Она не хочет на нее садиться. Было бы прикольно, забавно. Так, ну чтобы залезть в шкаф, ну вот это надо отодвинуть. Наверное, да? Так. Давай зайдем. Нужна полная темнота. Ну, закроемся. Закройся до конца. Что так? Чудесно. Нормально? То, что нужно. Тут немного жутковато, да? Какие-то полоски. Да, тут нет чудовищ. Я тоже на это надеюсь. Если тебе станет страшно в темноте, просто обними меня покрепче. Возможно, тебе станет легче. Так, нажмите F. Ага, ты типа мой фонарик. Ну здорово. Ну теперь тут можно осмотреться. Но вообще, такое ощущение, что этот шкаф, он какой-то бездонный. Здесь коробки. Какой-то след грязный весьма. Страшное пальто здесь висят все. Одного размера, одного цвета. Зачем им столько? Не думаю, что нам следует быть тут. Давай будем осторожными. Мне это не нравится. Да? Ну, мы вроде как пока что осторожны. Ну, я надеюсь, что в этой игре нельзя погибнуть. Но вообще-то так мрачненько. Рычит кто-то. У меня есть Тедди. Я вас ты не боюсь. Ты это слышала? Да. Слышала? Кажется, что-то приближается. Да ну тебя нафиг. Мама. Ты где? Что ты делаешь в шкафу? С Тедди разговариваем. Играешь со своим новым другом. Привет, медвежонок. Приятно познакомиться. Как поживаешь? Не нужно прятаться от мамочки. Надеюсь, тебе понравился твой день рождения, милая. А не то мамочка очень загрустит, если это не так. А теперь пора в кроватку. Ну как тебе сказать, понравился? Потому что кто-то тухоляк. Если ты сейчас заснешь, завтра сможешь проснуться пораньше и будешь играть со своим новым другом весь день. Я имею в виду день рождения, тухое. Две ложки торта и все, и закрыли в комнате все ребенка. Все мальчики и девочки во всем мире уже спят, ждут только тебя. Не нужно их задерживать. Так что-то, по-моему, яркое солнце в окно. Она мне говорит спокойной ночи. Ну ладно. Кажешь? Кто-то напевает. Ну давай, просыпайся. Естественно, ребенок проснулся. Уложили днем ее. Конечно, она выспалась уже. А что это, куда это он собрался-то? Тедди у меня куда-то улетел. И дверь закрылась. Что происходит? О! Дверка открылась, но свет выключился. Чтобы лазить в темноте... Ой, кровать упала, офигенно. Мне бы нужен Тедди. Ну, он куда-то ушел. Да, мне, наверное, придется пойти на его поиски. Вставай. Здесь его нет. Я думаю, что его и в комнате, в общем-то, нет. Хотя, как знать. Все-таки обыщем. Радио няня. Мама! Я проснулась. В шкаф я не пойду. Без Тедди. О, тень. Хе-хе, клево. Как так можно спать, что перевернулась кровать?
вообще. Очень неинтересно. Пошли его искать. Нажмите Q или E. А, выглядывать. Какой утласти, блин. А что, думаешь, мне это пригодится? Хе-хе. Так, у нас есть табуретка. Дверки все закрыты. Значит, надо будет пододвинуть. Что они все коробками заставлены? Такое ощущение, что они только вот переехали недавно. Давай, двигай. Ночные приключения двухлетнего ребенка. Чик. Так, о. Открываем. Ну, что меня может тут пугать, не знаю. Возможно, какие-то видения у ребенка. По ночам. Давай сюда зайдем. Тут кричит. Тебя стирают, что ли? А, заперто. Ну, какие-то звуки, да? Так, а что, я, может, тут смогу залезть наверх? Эй! Плачет кто-то или что такое? Что происходит там? Так. Что у нас в шкафу происходит? Ничего нету. Ну, я так особо бежать пока не буду. Походим. Так. Закрыто. Возможно, это какой-то выход в подвал. Не знаю, но он закрыт. Так, возьмем с собой мячик. Если что, брошу мячик. Там впереди уже совсем кромешная тьма. Я не знаю, вам что-то видно, нет? Потому что мне вообще ничего не видно. Практически. Дверь. Я ничего не вижу. Так. Но здесь тупик. Дверь вниз. Вернее, не в подвал, мы же на втором этаже. Да, точно, детская на втором этаже. Это у нас закрыто. То есть я пока здесь не решу все свои вопросы, вниз не спущусь. А поскольку так темно, то, видимо, без Фредди мы не можем уйти. Чё же, может быть, выключить ее? Ага. Ну-ка. Ага, я молодец. Давай. Вот и Фредди. Я тебя сюда засуну. Спасибо. Что-то тут не так. Нам надо найти твою маму. Найти маму? Мама, видимо, спит на первом этаже. У тебя? Вот, ну поскольку там ни черта не видно, то давай я тебя сразу возьму, включу. Ну, то есть я так думаю, что она чувствует себя с ним в безопасности. О, можем идти. Я вот тут вот лазила, давайте смотримся, что тут есть. Ничего интересного, тут меч, который я сюда притащила. Закрытая дверь, на которую я никак не могу попасть туда наверх. Так думаю, никак не открыть. Ну и мне сказали, можно топать вниз. Пошли вниз. Как я и говорила, что без Фредди по темноте бесполезно шарашиться. Мы должны вести себя очень тихо. Никогда не знаешь, кто может подслушивать. Да?
Так, ну давай тогда такой у меня вопрос. Если... если я тут все-таки кого-то встречу, какие мои действия? Спрятаться в шкафу? Или что? Нет, ты его зажги, а то так ничего не видно. Что это такое? Какой-то тапочек, иди отсюда. Вот так вот, например, нет? Зажигай. Какая-то другая игрушка валяется. Так. Это так все набросал-то, не пройти, не проехать. Работающий телек. Давай-ка встанем. А мама допоздна смотрела телевизор и уснула. Мама? Это ты? О, черт! Что это сейчас такое было? Телевизор можно как-то выключить? Мама, все передачи кончились. Тьфу, там кто-то ходит. Древние часики. Да, вот теперь ночь. Вот теперь я вижу, что ночь. Вот в это время надо укладывать ребенка. Она днем ее положила. Сердце-то как бьется у бедного ребенка. Так, ну я же с Мишкой хожу. Ища безопасности. Ку-ку. Кухня. Тут шарашится. Что есть в холодильнике? Тынс. Ничего не взять даже. Что-то какой-то холодильник-то у вас пустой. О, можно закрыться. Ха-ха-ха. Кто-то что-то все разбил тут. Все, я в домике. Уходи. Так, подожди, отодвигай. Трям, трям, здравствуйте. Кто тут? О, можно залезть наверх. Можно залезть наверх, наверное, осмотреться. Это что? Ага, ну там нет нифига. Так, а не вариант было до утра дождаться и потом уже искать что-то здесь? Взять нам было ночью шарашиться. Ну, ничего интересного. Сейчас посмотрим, там окно, столик. Так, вот если вот это все повыдвигать, я могу забраться наверх, вот здесь пройти сюда. А зачем? Мне, по идее, эту дверь надо, наверное, открыть. Так. Здесь стол, но там, по-моему, ничего такого. Только чтобы дальше пройти, да? Может быть, стул можно как-то пододвинуть. Сейчас попробуем. Ну, вот эти вот все. Если выдвинуть, то да, можно залезть. В шкафу что есть у вас? Съедобное есть? Какие-нибудь шоколадки, вкусняшки? О, можно зайти. Бутылка. Хе-хе. Можно взять даже. Ладно. Ну, какие-то шорохи, звуки. Шумит кто-то, не знаю, шуршит. Что, какие-то одни бутылки в шкафах? Так. Так, я могу сразу сюда залезть, нет? Нет. Слишком высоко. Хорошо, ладно, возьми Мишку, посмотрим, что у нас здесь. Еще игрушка. Тут как бы ничего такого. Тут
что-то брякает. Не знаю. Дверь закрыта, да. Так, стул, чё? Нет. Можно стул взять? Давай, тащи его. Тащим, 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 тащим. Нет, не застревай. Тащим, говорю. Почему застрял? Всё? Ну, как-то так. Попробую открыть. Если нет, то значит мне не сюда. Ну-ка. А, идем дальше. О. Зачем им столько вот этих вот пальто одинаковых? Вот входная дверь, на улице дождь, на сигналку закрыта. Так, маму мы пока что не обнаружили. Записали. Это вы сейчас на что намекаете? О! Рисунок. Собака, что ли, скубит? Я что-то нашла, меня опять сохранили. Офигеть. Мама. О, комната мамы. Так. Надо придумать, как попасть к маме. Да не бойся ты. Как же нам попасть к маме? Сейчас придумаем. Так, ваза. Слушайте, даже никаких стульев-то. Как мне туда залезть? Видимо, к маме не попасть. Так. Метла тоже. Никак не двигается. Удар молнии. Ну да, наверное, ребенка ночью это бы испугало. Что-то где-то шарашится. Так, я спрячусь пока. Под стол. Часы, что ли, тикают или что? А, нет. Затихло все. Так, ладно. Что-то даже Мишка мне как-то слабо все это дело освещает. Сейф. Что за сейф? Так. Это я не знаю, что такое. Типа туалет, что ли? Опять пальто. Так, опять дверка. Закрыто, да? Заперто. О! Ну-ка. Еще что-то нашли, какой-то прикол. Хм. Мне нужно как-то добраться до верха двери. Вообще она могла бы хоть как-то говорить с Тедди, что ли. А, вот это... Это надо выдвинуть. А ходит так просто молча. А, во. Во. Забирайся. Нос. Чинкс. А, отлично. Вон там мама спит. Да? Хотя я видела надпись, где там мама была написана. На другой двери. Ну чё? Вставай. О. Её тут нет, а? Что такое? Что спрятаться? У меня тоже нет. Ой, рисунок. Так-ка ждем. Outlast. Детский Outlast.
спрятались в шкаф и затаились. Кто-то дергался там, да, за ручку кто-то дергал. Что там дальше будет происходить? Узнаем уже в следующей серии. Если вам нравится эта игра, нравится прохождение, не забудьте оценить. Пальчики вверх. Комментарии пишите, ваши впечатления, обязательно все прочитаю. Если вдруг вы случайно забрели на мой канал, наткнулись на это видео, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить продолжение, посмотреть, может быть, еще какие-нибудь интересные игры. Ну и встретимся мы с вами очень скоро. Пока-пока!